Ну хорошо, мы как бы запись пошла, мы продолжаем наши занятия по книжке Гдушаватева «Приблизительный перевод природы и святости», скажем так, Рава Шерки. Вот мы дошли до параграфа, который называется «Тшува», а Нет, вообще... нет, мы предыдущий еще нужно прочитать. А, предыдущий, окей, ну мы сейчас разбираем как бы статью, которая связана со свободой выбора, насколько я помню, вот эти все аспекты. Ну и внутри этого есть отдельные параграфы. Это вот Крияк-фула, да? Да. Или, да? Окей, ну хорошо, начнем, да? Да. Ну, мы разобрали взгляды разных мудрецов народов мира и мудрецов Израиля на проблему свободы выбора, на этот парадокс. На прошлом занятии мы разбирали Рамбама, Раби Акиву. Сегодня разберем Раби Садок Акойн из Люблина. Значит, первый раздел начинается Крияк-фула. Тогда я начну. Да, пожалуйста. А ты прочитаешь. Крияк-фула, двойное чтение. Аль Йесод Диврей Харамбам Халалу Хидеш Раби Садок Акоин Милюблин Район Амок. На основании этих слов Рамбама Раби Садок Акоин из Люблина, ну, Хидеш, да, как бы сделал новое какое-то открытие, новую, раскрыл новую идею, новую глубокую идею. Район Амок. Литварав Берегеше Харамбам Шихрер Эта Махшава Мианисайон Лифтор это Шилаха Едя Бабхира. По его словам, в тот момент, когда Рамбам освободил мысль от попытки решить вопрос знания и выбора, да, и я напомню, что Рамбам сказал, что этот вопрос невозможно решить. Да, как такое может быть, что с одной стороны у человека есть свобода выбора, с другой стороны, Бог знает все изначально. Да? И он сказал, что Бог знает все, но то, как он знает, мы постичь в принципе не можем. Да? Потому что когда мы будем пытаться понять его знание, будем неизбежно сравнивать его со своим знанием. Да? А это Да. совершенно неверно. Вот. Поэтому мы в принципе не знаем, о чем говорим, да? Когда решаем такие парадоксы, поскольку знание Всевышнего не отделено от его самого. Да? И поэтому оно... сам. Это я напомнил про мнение Рамбама, да, который освободил мысль от попыток решить вот этот парадокс. И в тот момент, когда Рамбам, значит, освободил этот парадокс, «Ху ешир отану бекрияк фула шеля турава шеля мециют бихлала». Он, то есть Рамбам, обогатил нас двойным чтением Торы и реальности в целом. Ишар ликроет атура вегамециют митох анахат юсот шиеш пхира ховшит ли адам. Можно читать Тору и реальность, да, здесь он пользуется такими словами, да, читать Тору и читать реальность. Ну, имеется в виду, наверное, понимать, да, как, какие делать выводы из этого. Читать Тору и реальность, исходя из положения, что есть свободный выбор у человека. И в этом смысле нет необходимости упоминать божественное знание. То есть, если мы исходим из того, что у человека есть свободный выбор, да, тогда нам нужно как бы... не думать, да, временно о том, что Бог все знает. Иначе получится, что выбора нет, если Бог знает абсолютно все. И вторая линия, да. «Вэйфшар ликроэта тура вэгамэсиюд митоханахат юсоша кадош баруху юдэа эта коль мирош». А можно читать Тору и реальность, исходя из положения, что Всевышний знает все изначально. И в этом смысле нет нужды помнить о свободном выборе. Да, получается, как бы он обостряет это противоречие. Да, если мы принимаем, что у человека есть свободный выбор, да, то нам нужно на время забыть о том, что Бог знает все. И наоборот, да, когда мы говорим о том, что Бог знает все, да, тогда мы с этим не можем одновременно сопоставить, да, то, что есть свободный выбор.
Как-то так, да, идем дальше. Нитбонен бэхад мега ируим хакашим шагаю бэдор хамидбар. Рассмотрим одно из тяжелых событий, которые произошли с поколением пустыни. Маасе ха-эгель – это действие тельца, да? Как это? Создание тельца. Маасе ха-эгель. Да, да. Альпи ха-крия ха-мевусесет аля бхира ховшит, согласно чтению, прочтению, основанному на свободном выборе, Акадош Баруху Амар Баматан Тура. Лота асели хафесель вахольт муна, лотиш тахавелахем вело теаведем. Всевышний сказал во время дарования Торы, не делай себе никакого изваяния и изображения, не поклоняйся им и не служи им. Увне Исраэль бахару бахоль зот лаасот эт эгель азахав, улештахавот ло. А сыны Израиля выбрали все-таки сделать тельца золотого и поклониться ему. Натан, сделай, пожалуйста, чуть покрупнее шрифт. А, Бесадр Гамур, сейчас, секунду. Так? Или меньше, больше? О, да, вот так, отлично. Угу. Так, отлично, спасибо. Так, они все-таки сделали тельца. Айом шехем авру эт ха цивуй, шавар моше рабейну эт алухот аришуним. Так, и поскольку они приступили, нарушили это указание, разбил моше рабейну первые скрижали. Ахарейше моше бекеш мякадош баруху махила аляхет. После того, как моше попросил у Всевышнего прощения за этот грех, «Бне Исраэль кибло эт алухот ашниим». Сыны Израиля получили вторые скрижали. «Зеу хасипур лефи акриа харишуна в котартоги лухот шниим бедиават». Таков рассказ согласно первому прочтению и его заголовок вторые скрижали задним числом. Да, после. Да. Ильмалиахет алухот аришоним логаю нишбарим в логаю баим леулам алухот ашниим. Если бы не грех, первые скрижали не были бы разбиты и не пришли бы в мир скрижали вторые. Итак, вот это задним числом. И это есть объяснение заднего числа. Да. Да, то есть если мы исходим из того, что есть свобода выбора, да, им было сказано, не делайте идола, да, они сделали, Всевышний, ну, Моше разбил скрижали, Моше попросил прощения Всевышнего, Всевышний дал скрижали, да, то есть они получили вторые скрижали. Если бы они не сделали, они бы не получили вторые скрижали, да, если бы они ничего не нарушили. Это исходя из свободы выбора. Так, теперь вторая сторона. Ахаль пиха крияха мевусесу тальха идиага элукид мухрахим ломарша кадош баруху раца латет это лухот хашниим. Согласно прочтению, основанному на божественном знании, нам придется, мы вынуждены сказать, что Всевышний хотел дать вторые скрижали. Аваль и в шараялатету там мебли лишь бор эт харишуним. Но невозможно было их дать без того, чтобы разбить первые. Лахен бне Исраэль хаю мухрахим ласот эта эгель аль минат ли гром ле моше лишь бор эт алухот. Поэтому сыны Израиля были вынуждены сделать тельца для того, чтобы Моше разбил скрижали. Котер это сипур азе и лухочни им лекатхила. И заголовок этой истории вторые скрижали изначально. Да, как да вот именно изначально. То есть у нас были вторые скрижали бадиават задним числом, а теперь изначально. Да, что альпи криязо хета эгель хая хелек мятухнит айлукит. Согласно этому прочтению,
Грех тельца – это была часть божественного плана. Да, точно. Да. Если у нас есть как вторые скрижали, да, они произошли, они попали в мир только через грех. Тогда получается, что грех был запланирован, иначе бы они не пришли. Так, вот здесь вот 17-я сноска, она, мне кажется, важна. Давай-ка. Да-да-да. Пожалуйста, вниз. Угу. Видно или больше сделать? Не, видно, да, отлично. Ремез леках нитан линцобы дебря кадош барухули мошеба парашат мишпатим. Намек на это можно найти в словах Всевышнего к Моше в главе Мишпатим. Ине анухи шолеах малах лифанеха лишморха бадерху лявиаха эль хамаком ашер ахиноте. Вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в место, которое я приготовил. Дварим элуме орерим плиа мишум шеба парашат китиса шлихата малах мету эретке онеш ливне Исраэль альхета эгель. И эти слова вызывают удивление, потому что в главе китиса, которая после главы Мишпатим, да, в главе Китиса вот это посылание Малаха нам показано как наказание сыновей Израиля за грех тельца. Да? Но, то есть, там понятно, что пойдет вместо меня ангел, да, Моше начинает, народ недоволен, Моше начинает просить, что не хотим, чтобы ангел, да, видно, что это наказание. Но сама тема, что пойдет ангел, она появляется раньше, еще в главе Мишпатим, да, 23 глава Шмот. Хета Эгель. Брашат Мишпатим. Брашат Мишпатим. Хет Зе Терем Митрахеш. А в главе Мишпатим этот грех еще не произошел. Раши Шехаш Бекоши Зе Катав. Ине Анухи Шулех Малах. Кан Нит Басру Ше Атидин Лахто. Вешхина Омерет Лахем. Кило Але Бекирбеха. Раши, который почувствовал эту трудность, написал: «Вот я посылаю ангела, здесь провозглашается, да, что в будущем…» Им было объявлено. Да, им было объявлено, что в будущем они согрешат, и Шхина говорит им: «Кило Алем Махербеха, я не поднимусь с вами». Да? То есть он… Среди своих, да. «Кломар хэта эгель хая яду амирош веникба аль питохнит элукит». То есть грех тельца был известен изначально и установлен согласно божественной программе. Да? И поэтому как такое пророчество, да, в главе Мишпатим, что не пойдет, не пойдет Всевышний сам, да, пойдет ангел. Не пойдет Шхина, пойдет ангел. То есть здесь как бы такое пророчество, которое говорит о том, что грех был задуман изначально и был частью божественного плана, да, в результате которого они получили вторые скрижали. Так, идем дальше. «Ифшар ли дамот эт ифшарут акрияк фула лесерет кольноа». Да. Можно уподобить, можно сравнить возможность вот этого двойного чтения киноленте. И Шарли Ротта Серет Миатхала Лисов. Можно смотреть фильм от начала к концу. В Аз Кольт Муна Миштальшелет Мин Хакодемет Ла. И тогда каждая картинка, да, каждый кадр, каждая сцена, она вытекает из предшествующей ей. Вэшар лирот это серет мясов для отхала, а можно смотреть фильм от конца к началу. Вэлифхон эх кольт муна мехаевит эт хакодемет ла в офен ретроактиве. И тогда можно наблюдать, можно заметить, как каждая сцена, да, обязывает предыдущую ретроактивным образом, да, когда мы смотрим фильм с конца, да, то есть мы видим какие-то события, вот, а потом мы видим, что как их бы не произошло без того, что им предшествовало, да, и тогда получается, что у нас предшествующие события, они
должны быть, да, поскольку без них бы не произошло то, что произошло потом, да, о чем мы уже знаем, если мы смотрим фильм от конца к началу. Нитан гам ломар шакадош баруху роэ эт коль гасерет парус лефанав михуц лемемад азман. Можно также сказать, что Всевышний видит весь этот фильм разложенным перед ним, михуц лемемад азман, за пределом измерения времени, да, что для нас как бы есть понятие прошлого и будущего, для Всевышнего времени нет, поэтому можно сказать, что он смотрит на нашу жизнь, да, на нашу реальность, как на киноленту, да, что для нас впереди, для него это как вот на киноленте, просто в пространстве, да, лежит разложенный перед ним. Бахае гайом йом ану мехуявим ле крияга мегусесу таля бхираховши. В повседневной жизни мы обязаны к прочтению, основанному на свободном выборе. Мишум ша крия альпи гаидиа и лукит яхула лего виль лестиамина мусар. Поскольку прочтение согласно божественному знанию может привести к отклонению от морали. Адам и сугай ласот коль то эва валитон шемаасим элухем хелек минатохнит айлукин. Человек может делать какую-то мерзость и утверждать, что эти действия – это часть божественного плана. Да, там, по-моему, все, да, закончилось. Да. Угу. Да, мы как-то разбирали с Натаном Котляровым по какой-то статье Рава Кука, да, что это просто разные пласты реальности, да, мы живем с ощущением, что у нас есть свобода выбора, и это ощущение в нас намеренно вставил Творец, и мы должны действовать, исходя из него, да, что у нас есть свобода выбора, вот, но если как бы залезть повыше, да, представить себе божественный ход мысли, да, то там свободы выбора нет. Да, но мы не имеем права действовать в нашем мире, исходя из того, что выбора нет. Да, потому что тогда человек может делать какие-то неправильные аморальные действия, оправдывая тем, что это все часть божественного плана. Да. То есть мы знаем о том, что есть такое видение мира, что выбора нет, да, с точки зрения Бога. Да, но мы как бы не имеем права по нему действовать. То есть действовать мы должны, исходя из того положения, что у нас есть свободный выбор, и, соответственно, отвечать за свои действия. Вот как-то так. Ну да. Звучит логично. Ну как логично? Научная фантастика. Нет, научпоп такой. Слыхали битуй. Ну, смотри, может быть, это не очень к месту. Вот на последнем уроке, когда там, я не знаю, вы, может быть, видели, я там во всяких телеграммах опубликовал, был небольшой кусок по моей просьбе, значит, Рав Шерки выразил свое отношение к войне. Ну, а там потом кто-то его спросил, вопрос немного перескочил на катастрофу, ну, и там немножко задали с разных моментов, ну, как бы такие столбовые вопросы по катастрофе. С одной стороны, можно найти какое-то обоснование о том, что отходили от Торы, 5-10 скала, известно, да? Вот. Ну, а с другой стороны, как бы противоположно о том, что в катастрофе погибли тысячи, десятки, сотни тысяч совершенно праведных людей, то есть даже с точки зрения как бы тероидальной, абсолютно. Вот. Но как боим-то за что? И тогда Рав Шерки говорит такую вещь, он, ну так, как бы в обычном своем таком вольном стиле, он говорит, а почему, зачем вообще, как бы, зачем сюда идти? Гораздо проще вспомнить выражение мудрецов, рассказали мудрецы, вот типа как этот сэрот, да, с двух сторон смотри. Они сказали, капитальная фраза, цадик вырало, раша вытовло. А что это означает? Как бы цадик, который, праведник, который страдает, то есть дилемма мира. Праведник, который страдает, и злодей, который как бы кайфует.
Ну, хорошо, как бы, и он говорит, ну, а чем, вот, как бы, можно воспользоваться, как бы, тем, что сказали мудрецы, ну, и, как бы, тема закрыта. Ну, вот, мне кажется, в какой-то степени, это, как бы, такой же подход. Ну, как бы, а что эта фраза объясняет? Ну, если действительно человек хочет понять причины, да, причины, если ему говорят, ну, вот, мудрецы сказали такую фразу, это закрывает вопрос, ну, они сказали, беседер, ну, афоризм какой-то, ну, а что, а что? Это подтверждение как бы смысла о том, что да, констатация факта, мы видим, что есть праведник, и он страдает, и есть злодей, который как бы наслаждается жизнью, и это невозможно объяснить. Я как бы в очередной раз меня это как бы поставило перед знаком вопроса. Ну хорошо, а что это объясняет? Ну, это ничего не объясняет. Только приводит, что это только не только ты этим мучился, а как мудрецы тоже этим мучились. Ну хорошо, они тоже мучились, ну и что? И тогда эта тема закрыта. Ну, и здесь как бы то же самое. Ну, с двух сторон крутится к это самое. Ну, то, что, а то, ну это как бы это какое-то объяснение. Ну, в общем, получается интересная вещь. Как там было сказано, что мы все равно себе не можем представить знание Всевышнего, да? Мы будем пытаться его как-то подогнать под свои представления о знании, а это совсем другое. И получается так, что с одной стороны мы не можем собственную мысль остановить, мы все равно пытаемся себе представить, да. как он знает, и все равно никогда не представим. Да, да мне кажется, еще... Мария, Равши как бы не то, что даже честно пишет, он как бы дает ответ, который... по-видимому, должен как бы Лысапек удовлетворить, ну, не знаю, современного, интеллигентного, думающего и так дальше человека, да? Окей. Но по большому счету, как бы, ответ такой, ребят, если вы в религии ищете как бы прямые ответы, прямых ответов нет. Религия тоже не знает дать ответ на этот ответ. Ты расспрашиваешься, хорошо, а чем-то занимается вообще религия? По-простому, как бы, если ты встречаешь человека на улице, неважно, как бы, какая епархия, да? Он тебе скажет, ну, религия, грубо говоря, да, с юмором. Опиум для народа, значит, опиум для народа. Но помогает человеку жить. Ну, так жить как бы с верой на то, что кто-то знает, есть большой хозяин, он управляет, все будет хорошо, там, все, пятое-десятое. Да? А тут как бы получается по-честному. Да нет, это как бы ну, это не так. У религии тоже нет ответов на эти вопросы. Тогда вопрос, а чем занимается тогда религия? Тем, что она нам как бы выкладывают в другой рамке наши собственные вопросы? Я не знаю. Я, например, я помню, когда-то я слышал, ну, тоже, можно сказать, банальное, можно сказать, глубокое выражение, которое меня задело. И так я вот надолго его запомнил. Не помню, кто это сказал. Там фраза была близко к источнику, она такая. Что как бы человек, ну, религиозный человек, еврей, неважно, может, вообще человек, да, он по жизни должен жить, как будто Бога не существует. То есть это что означает? Означает, что у него есть пхераховшит. Означает, что он должен полагаться только на себя. Я сейчас не говорю полагаться в том смысле, что, как бы, не знаю, на гору влезать, а полагаться в смысле выбора. Человек должен как бы вообще отстраняться от того, что вообще что-то ну так задумано, ну так получилось. Нет, ничего, на тебе стопроцентная ответственность. И тогда как бы из этого протекает вторая фраза, что мы делаем «Анахну сим маши муталь алейну, ну а я тару сим мяшамай». Может, это близко к этому. То есть мы делаем то, что муталь, то, что возложено на нас, а небеса делают то, что возложено на них. Все. Но как бы описание с точки зрения, не знаю, описание какой-то красивой схемы, вот ССР, туда-сюда. Ну, как бы красиво, я не знаю. Я так не читал давно, Стругацкий мор подзабыл, я там больше Брэдбери читал. И все. Можно у них тоже найти такие вот кубики Рубика, там, не знаю, Минера Тацман, туннель времени в ту сторону. Может быть, я чем-то вас как бы озадачил, разочаровал, но как бы у меня такое ощущение. Ну, как бы красиво, да, окей. Является ли это объяснением? Не знаю. Но у Стругацких как раз идея, что есть много вариантов будущего. Ну да, но понимаешь, вот мне кажется, опять мне лично мне кажется, что во всем прочитанном здесь самое сильное было,
Это даже не вот это вот построение этой красивой как бы концепции, этого СССР, это такая фильма, который крутится туда-сюда. Самое сильное, что человек, то есть, грубо говоря, человек не может полагаться на свою религиозность. Человек не может говорить, я так делаю, почему? Говорит, что ж ты делаешь такое? Как можно такое делать? Он говорит, коль мина шамаем. Все сверху. Значит, он так хотел. Вот конкретный пример. Было несчастье с Мироном, да, там погибло, не помню, по-моему, к стыду своему, не помню точно, по-моему, 44 человека или 45 человек. Своими глазами слушал, там просто вот, когда разбирается что-то, человек совершенно как бы супер-дупер ортодоксальный, там, в чулках, в халате, и все, и пятое, и десятое. И когда его спрашивают, ну, вот как бы в твоей общине будут разбирать, расследовать, будет комиссия, кто виноват, и все. Он говорит, а чем вы говорите вообще? Вы мелкие люди. Вы знаете его замыслы. Он так хотел, он так и сделал, что вы пристаете к нам. Знаешь, вот тебе конкретно. Зачем какие-то комиссии нужны? Кто-то неправильно поставил, балаган там. Ну, просто как бы организационно. Организационный полный балаган был. Надо кого-то наказывать? Нет, не надо. Почему? Ну, значит, сверху так решили. Все. Окей. Вот конкретный вывод в жизни. То. Ну, хорошо. Будем вопрос читать. Тебе, Натан, в чате. А, да, серьезно, я не видел. А, да, правда, что вот тут двойка стоит. Кто пишет? А какое предложение, что Натан предлагает? Ну да, ты как бы говоришь, что религия не дает ответов, да, а тогда какой ответ? А нет как ответа. Жить? А нет ответа. Ответа нет. Ответа нет. Я сейчас не хочу перекидываться. Я совершенно не связан с тем, что Лена сказала слегка. Она меня, если она меня слышит, да, я просто у меня это до этого был тот же, вот еще до того, как Лена спросила. Я слушал по сейчас, кто-то же сейчас, многие, которые убежали из России, вот они там всякие эти самые, Шендерович, по-моему, говорит, ему говорит, что вот там в течение там огромного времени народ жил с ощущением, ну, отец знает. Отец знает, про Сталина так думал. Ну, отец знает, все, так решит, все прочее. А вдруг в тупик. Оказалось, что он знает и решает, оказалось, что это не так. Ну, вот тоже ответа нет. Ну, здесь как бы слегка за сравнение, да, лавка. Не знаю, наверное, нет ответа. В этом загадка жизни. Ответа нет, и в этом ответственность человека. Потому что как только чуть-чуть на один какой-то долю, миллиграмм чего-то, вот эта вот стрелка, она чуть-чуть это и говорится. Не, ну все-таки, конечно, я, конечно, делаю там 99%, но 1%, конечно, это от него. Это не перевешивает. Ну, тогда человека ничего не зайдет. Поэтому подход как бы Рава Шерха в целом, он мне очень импонирует. Он действительно говорит, он перекладывает все на плечи человека. Но при этом действительно дилемма религии. Каким образом 100% в одну сторону, 100% в другую сторону? Такого не бывает. Не может быть 200%. Но все равно должно быть 100%, а получается 100 и 100. Как так быть? Не знаю. Я вот сейчас подумал слегка, что если бы мы нашли ответ, то исчез бы вопрос. Вот, а видимо... Да. Видимо, нельзя, чтобы этот вопрос исчез. Должен быть постоянный процесс поиска ответа. Да. 100%. И, наверное, как бы вообще вот этот вопрос тагмуля, вопрос как бы воздаяния, то, что по-русски называется, правильно? Каком воздаянии можно? Воздаяние может быть только в том случае, если человек 100% свободный, 100% делает то, что зависит от него. Если на миллиметр сдвигаешься от этих 100 и 100%, тогда не за что давать. Все. Разве человека кто-то решает, кто-то это. Человек находится и зачастую из этой ситуации. По жизни ситуации, когда непонятно, что делать. Непонятно. Ну, мне кажется, здесь об этом и говорится. Ну, пусть да. 100%, да, что человек не должен сваливать, так скажем, всю ответственность на Всевышнего. Да, он должен действовать, исходя из свободы выбора. На самом деле у Рава Ашлага, да, есть интересное высказывание, что утром человек должен сказать: если не я себе, то кто мне? Да. А вечером должен сказать: нет никого, кроме него. Да. То есть я должен действовать в мире, исходя из того, что вот как бы я, да, есть я, как будто Бога нет, да. Но когда я чего добился, вот, я должен сказать: это не я, да, это он мне все дал. Вот. Да. Но не наоборот, да, а не так, что как бы он все делает, и я тут ничего не играю, да. Тогда все развалилось, да, потому что главное.
посыл Торы, да, как мы вот читали несколько занятий назад, это выбор, да, я даю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло, выбери жизнь, да. Да, 100%, да. И вот читали, когда Геохан Парата читал, у него там объяснение, ну, он приводит всякие комментарии, мы разбирали к первой главе книги Ваикра, когда все, вообще поднимается тема жертвоприношений, и как бы спор известный между Рамбамом и Рамбаном и так дальше. Вот, и он там приводит, я только не знаю, статья или книга, может быть, даже книга Кьеркегора, которая посвящена вот этой дилемме, которая была с Авраамом. И там как бы дилемма тоже 100%. То есть мы, бодиават, знаем, да, после, мы знаем, что вот в конце жертвоприношения не произошло, и как он не принес жертву, вот там был баран, запутался, и пятое, и десятое. Вот. Но он-то этого не знал. То есть, если предполагать, что он знал, что там будет это, ну, это как бы никакого пафоса нет, но если ты знаешь, что как бы будет хэппи-энд, ну, так а в чем тред заключалось? Как бы вся проблема заключалась в том, что он, да, не знал, это было супротив всех как бы его принципов, но, тем не менее, пошел это делать. И вот это вот, кстати, для меня это, ну, как бы буквально единственное какое-то возможное обоснование, честно говоря, жертвоприношений, потому что даже Ханан Парат, он говорит, что вот это вот Акидат Ицхак, это, кстати, которую читают, настоящий, я, например, не читаю, у меня просто не то, что времени нет, но ну, не могу каждый день читать просто. Вот. А вообще, в принципе, перед филой человек должен читать разные куски, в том числе и куски, вот этот кусок про Акиду каждый день. И это обоснование ежедневных жертвоприношений, вообще всех жертвоприношений. И вот это, может быть, да, действительно самое сильное выражение, несмотря на то, что сжигают кого-то, животного, и все, что совершенно невозможно принять. Но, тем не менее, вот эта вот сила, что это невозможно, почему? Потому что человек все время находится реально каждый день перед совершенно невозможным выбором. Да? Окей. Да, сильно. Да. Вот это, да, как бы скучный раздел молитвы «Курбанут». Да, да, оказывается, в нем как раз вот это самое тяжелейшее, да, деление. Да. Вот это вот сжигание, это как бы это вот как будто ты сжигаешь каждый день самого себя вот этим чудовищным выбором, который делал Авраам. Да, вот это, по-моему, это сильно, понимаешь? Да, сильно. Сильно, да. Окей, ну хорошо, пройдем чуть подальше, да? Отшува. Отшува? По-русски переводится раскаяние, мы так обычно и переводим от слова возвращение, все это возвращение к источнику и все. Исправление своих дел, так, по-моему, вот это вот как бы пшат, исправление своих дел, да, то есть возвращение на какой-то изначально правильный путь. Но не русское слово раскаяние, все-таки это есть в этом что-то, но оно совершенно другие коннотации. Окей. Ешлы царев ловишь на то, что ли раби Цадок Милюблен от Нидбах Эхрехи. И стоит присоединить к учению, можно сказать, раби Цадока из Люблина, и еще дополнительный аспект или дополнительный слой, необходимый. Арая Кук, а именно Рав Кук, мы ваэрши, если род чтея криет, кетлует бемамадош или адам, надо видеть вот эти вот два призыва, как взаимосвязанные кетлуйот, связанные с положением человека. Убымусака чува. И с термином чува, с понятием чувы. Штей криет, ну вот, по-видимому, штей криет, это вот про который мы сейчас говорили, да, то есть, с одной стороны, полностью зависит от человека, а с другой стороны, полностью зависит от Бога. Наверное, вот эти вот штей криет, да, такая идея. На Йенбе Двараф, давайте как бы займемся тем, что он пишет. Шебесифро Урот Атшува, который приводится в книге, в знаменитой книге Урот Атшува. Равакука имеется в виду, да? «Эхат ме исудот шеля чува бемахшевато шеля адам у акарат ахараю шеля адам аль маасав». Одна из основ чувы в рассуждениях человека, в подходе человека, это осознание это осознание ответственности человека за свои действия. Шибами тох имунат абхира ховчишрадам, которое происходит из веры в свободный выбор человека.
Это была цитата из Рав Кука. Мусака Чува... Формулировка, да, что здесь именно вера свободный выбор. Потому что на самом-то деле мы не знаем, есть он или нет. Да, но мы должны верить в то, что он есть, исходя из этого действовать. Да. Да. Это хорошо, да. Эмуна. Да, действительно. Мусака Чува Нишан Аль Миспар Анахот Есот Махшефтиот. Само понятие Чувы опирается на несколько базисных, ну как бы мыслительных утверждений. Эхат ми анахот айсод и авхана шикаемет бият адам бехира хофшит. Одна из них заключит, одно из этих как бы утверждений. Это аксиома вообще. Аксиом, да-да-да, одна из этих аксиом, она заключается в том, заключается в осознании, в понимании или осознании того, что у человека действительно существует свободный выбор. Умимейла ахрают альмаасав, но фелет актафав. И, соответственно, вся ответственность за его действия, она положится ему на плечи. Взеу гамкен тохен авидуй амехубар им митсват атшува шемуде адам шеэн шум иньян эхад шиеш ля шимо. И это также содержание, ну вот виду это типа раскаяния, да, не знаю, здесь может дальше будем читать вообще, виду это как бы специальная, есть молитва, которая называется видуй, да, когда это человек, что, исповедь, наверное, исповедь. Да, да, наверное, да, когда каждый по отдельности, это происходит в этот самый, в Йом-Кипур, когда по отдельности, а потом Хазан повторяет, когда все говорят, и там есть как бы определенный нос, когда говорится Ашамну, Багадну, Газальну, мы греховничали, воровали, убивали, это, и то, и все, и пятое, и десятое, и потом перечисляется в алфавитном списке вообще перечень всех ужасных дел, которые человек мог сделать. Каждый говорит. Даже если он не воровал. Каждый утро говорит все. Да. Если человек, и даже если человек сам по себе не убивал, не насиловал, говорил, ребят, вы что ко мне пристали? Я вообще по жизни никого не насиловал, не помню такого, запамятовал. Говорит, нет, дорогой, говори сравно, это же непонятно. Потому что человек говорит, должен видеть, он этого не делал. Но тем не менее. Ну хорошо, Визеу Гамме, Тохен, вот это и это, также содержание молитвы, исповедальной молитвы, да, которая соединяется вместе с заповедью Шувы, Шемоде Адам Шеэн Шум Иньян Эхад, в котором человек признается, что нету ничего другого, которое следует обвинять в грехе и в его последствиях, ким отобе ацму, а имя, а только его самого. Окей, ну немножко коряво, но понятно. Убазе умы варегла ацмо эт хофешерцоно. И тем самым он выясняет или поясняет, проясняет для себя свободу своего желания. Отцем, по-моему, отцем ехолто аль сидре хаяф умасав. И, наверное, силу своей возможности упорядочить свою жизнь, свою как бы и свои дела. Умитохках умифане умифне лефаним это умифане лефанав это дерах лашут. И тем самым он расчищает перед собой дорогу вернуться к Всевышнему. Лехадеш эт хаяв беседератов и обновить свою жизнь правильным порядком. Ну, немножко коряво по-русски, но, по-моему, смысл как бы понятен, да? Кикольша адам митваде йотер лейхолто ливхор буофан хувши. И чем больше человек митваде как бы признается, ему делается понятным, ясным его силе, в его возможности слегка выбирать свободным выбором, угам митамец йотер литакенет маасав Велосуба Чува, тогда, чем больше он убеждается в силе, которая у него есть, да, выбирать свободным путем, да, тогда тем больше он будет лейцамец, ну как бы омыц это усилие, а да, усилие,
усиливаться или делать усилия, изменить свои действия и лашуб чува, вернуться в чуве. Зеу тиюр тамцитит шеля крия решена. И в этом заключается краткое объяснение вот этого первого позыва. Какого ладам ешь пхера ховши? Или первого понятия, да? Что у человека есть абсолютный выбор. Вэу нидраш лебхор бетов вэласу мэра. И от него требуется, чтобы он выбирал добро и устранялся от зла. И после вот этого ясного, полного знания, да, вот в этой, по-видимому, в своем возможности своего абсолютного выбора, шейла, шейла, альдвар, шини, шнеафахим, да, шейла, альдавар, шнеафахим, но тогда вопрос о вот этих двух противоположностях, бенусеихат, в отношении одного, то есть по отношению к одному вопросу, а именно, если пхера ховшит, есть две возможности, полностью отрицающие. Вроде нет и вроде есть. Да? То есть либо у него, если она у Всевышнего, значит, у него нет. А если у него есть, значит у Всевышнего нет. Да? Как бы получается, что есть два противоположных ответа на один вопрос. Ирак тхуна и хаситло. Тогда получается, что это как бы свойство, которое субъективно относящееся к нему. Легабей сихлейну амукбаль. То есть это означает, что это только в отношении нашего ограниченного разума, который не может понять, это я от себя добавляю, что у человека, что может быть ситуация, когда у одного вопроса у него будет два равно отрицающих ответа. И то справедливо. Вейнош аехет клальбы бехок бурая коль. То есть, это означает ограниченность, наша ограниченность. Это у нас с этим проблема. Вейнош аехет клальбы хока буре улам. Но совершенно не относится к законам того, кто сотворил все. Адон коля хуким, который буреа коль, который все сотворил, который сотворил все законы. Весибал и коля асибу. И он является первопричиной всего происходящего. Да? Макора хохма, макора хохма, все, как это суперлатив, по-моему, называется, макора хохма, который является источником мудрости, убуне атвуна и строит всю разумность, интеллектуальность, дальше баруху, благословенную. Окей? То есть проблема в человеке. Проблема у человека, а проблема... В словах это, мы видим это как противоречие в силу ограниченности нашего разума. Мы не можем видеть фильм одновременно с одной стороны спереди, сзади, зад и вперед, а с другой стороны вперед-назад. Мы не можем реально это видеть. Ты не можешь одновременно его видеть. Либо так, либо так. А Бореола может видеть. Почему? Потому что я от себя отправляю, потому что он сам этот совет сделает. Вот и все. Оператор может сделать. Окей. Каям клай логи ядуа. Существует известное логическое правило. Лой тахну шней афахим бенусей хат. Не может быть ситуация, при которой есть две противоположности в одном деле, в одном теме, в одной вопросе. Такого не может быть. На один вопрос не может быть два взаимоотключающих ответа. Ледугма. Ледугма, к примеру. Делит ледугма. А, делит, правильно, пропустил, да. Делит. К примеру, возьмем дверь. Да? Лехла льет гам птуха, да гам сгура. Боже мой, она не может быть открыта и закрыта одновременно. Вот не могу сдержаться, от себя добавлю, да, у Раушерка это нет, по-моему, это хорошая иллюстрация. Меня в юношеские годы совершенно поразила картина Магрита. На берегу моря, если вы помните такое, стоит такая дверь, полуоткрытая, и там такое облако проплывает. Вот это как попытка, помню, меня это будоражит, до сих пор будоражит, честно говоря. Вот эта идея такая, вот эта идея выразить того, что в человеческом сознании существовать не может быть, такая полуоткрытая дверь.
полуоткрытая дверь, как бы открытая и закрытая, да? Приоткрытая. Ну да, да, и группа Doors, которая как бы меня из Советского Союза, вообще говоря, за уши вывела. Вот, вот это тоже двери, поэтому тема дверей – это сильная тема. Рав Шерки не зря ее приводит. Я не знаю, насколько он наслышан о тех героях, которых я как бы приводил, но, в общем, это тема дверей, да. Окей. «Ах, кешем шеабуре у макором эмыциют». Но точно так же, как творец, он является источником существующего. Кахугам амакор лекатегориот амахшава. Он точно так же является источником мыслительных категорий. Велахен уинену мышуабаталиен. И поэтому он не зависит от них. Хозяин не зависит от своих творений. Да, он, его разум не наш разум. Все, ну вот такой отбив. Но это опять как бы хорошо. Отбив в том смысле, что опять религия не дает ответа. Ну, хорошо, все так объяснили. Это объяснение где-то. Инену нехоним лавин, инену нехоним лавин, шиеш маком гам ле ашкафа шель бхирато шель адам, вховшо вгам ли бхирато вихшо. Мы не можем понять, как может быть, как может существовать как бы такая концепция, при которой уживаются вместе свободный выбор человека, наличие у человека свободного выбора и отсутствие у него свободы и выбора. «Ва-дварим нимшахим миколь азрамим шебе гавая». Это я не очень понимаю, как бы идея такая. Это, наверное, была цитата. А, да, цитата, наверное, опять из Рава Кука, что такое, да? Да, «Вы отворим ним шахим миколя азрамим шебрава». Ну, это общее слово. И эти вещи, они как бы окружают нас повсюду в действительности, ну, что-то типа этого, да? И дальше Рав Шерки, по-моему, как бы пытается нам это прояснить. «Ану и хулим ломарша адам улы гамры ховши бы масап». И мы можем сказать, человек, он совершенно свободен в своих делах. «Ваимзот ломар беуто беутами», да, но и вместе с тем, с такой же как бы уверенностью сказать, «Шиуин энуховши», сказать, что он не свободен. «Вулам мамшихара яакук левая». Ну, и тем не менее, Рав Кук продолжает объяснять, да. Вот опять цитата из Рав Куха. «Ах коля зман ше ло шаф адам мехет о». Но все то время, сейчас вот Рав Куха, насколько я помню, он завязывает как бы возможное понимание вот этого дуализма противоречия, да, на грехе и на возвращение, на тшува. Что именно тшува, она нас вывезет отсюда. «Ах коля зман ше ло шаф адам мехет о». Но все то время, когда человек не исправляет свой грех, не возвращается от него, да, не уходит от него. Ло сидер ло – это орхот шувато, и он как бы не устраивает для себя как бы такое поведение, которое связано с возвращением от греха. Арей ум унах тахат асэвэль шэрбхирато. Все это время он находится под, он придавлен вот этими страданиями выбора. И как бы обвинением во всех тех делах, ну, в нем плохие дела, которые он как бы сделал. Выколь тоцотеем араот муталот алав. И все следствия его неправильного поведения, как бы плохого, они возлежат на нем. Амнам ахарей аарат атшува. Но после того освещения как-то от слова свет, да, которое происходит в результате тшувы, мият нимсарим лемафре коль амиграот шибахая. Ну, сразу снимаются все те миграот, это как бы недостатки, которые существуют в его жизни. Виколя маасим во всех его делах. Шилегабей «Арко шель адам и нам тувим». Вообще, переводить его, конечно, это замучаешься. «Шелегабей», ну, не знаю, «Шелегабей, арко шель адам и нам тувим, туцтеем эн марот ло». Сейчас, секундочку, еще почитаю. «Лершут агавоа,
וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו, מצרפים הם לרשות הנאה העליונה, רשות הגבוהה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. Я, честно говоря, не очень понял. Ну, как бы это, мне кажется, что это красивыми словами повторяется, в общем, та же идея, которая была до этого. Ну, может быть, больше связанная с тшувой. Значит, когда человек до того времени, когда человек не сделал тшу... А, вот, может быть, это что такое. Кстати, это может быть такая идея, что до того времени, как человек сделал тшуву, все эти грехи, они были на нем. Да? И последствия их нехорошие. Да. А в тот момент, когда он, да, сделал тшуву, да, но как бы освобождается на них, освобождается от них и как бы переносит их, ну, не на Всевышнего, но куда-то туда. И тогда он может освобождаться, и вот в этом как бы идея как бы тшувы. И поэтому я от себя добавляю, наверное, такая идея, что говорят бальшува, ну, как это, эфошомет бальшува, лом дима цидиким кумурим, там, где, то есть положение, статус человека, который сделал тшуву, больше, чем человека, который... суперправильник. Вот это, наверное, как-то с этим связано. Шува, можно вот другими словами сказать, вот мы этот пример с фильмом смотрели, что когда человек сделал шву, тогда он может сказать, что вот как бы все мои предыдущие грехи, и у меня не было свободы выбора, потому что мне это, творец вот это все подпихнул. Но это только послушалось. Может так сказать, получается. Да. Это, я думаю, что это связано с тем, что мы сейчас обсуждаем, что до того, как человек сделал тшуву, все лежит на нем. А вот после того, как он сделал тшуву, он может сказать, что на самом деле это не бедиават, это лакатхила, это изначально я должен был все это пройти, в этом был божественная задумка и задушенный план. Но он может это сделать только после того, как он сам сделал тшуву, то есть когда он был в состоянии, когда он 100% признавал, что это только на нем. И когда он это сделал тшуву, вот тогда он может начать как бы позволить себе думать, что это была часть вообще божественного плана. Вот такая идея. И вспомните и Йосефа и его братья, ну вот известный как бы Калифи. Наверное, это как-то с этим связано. Окей? Ну, посмотрим. То есть, в иврите вот это понятие «прощать грех», да, что Всевышний прощает грех, оно звучит «носе авон», да, это буквально несет вину. Да, вот именно, да, правильно, «носе авон». Это себе человек, да, всю вину, 100%. Всю последствия, да, если он делает шуву, то Всевышний снял с него и несет, да, «носе». Да, переносит на себя, ну вот я не хочу говорить, потому что мы как бы говорили такое слово «сублимация», вот это происходит, наверное, какая-то типа сублимация. С другой стороны, то, что мне сейчас пришло в голову, вот само слово «тшува», да, в русском переводе совершенно этого нет, да. Но вот шува – это связано с движением, правильно? Шува – это как бы некоторое обратное движение. Это как-то связывается с тем, что мы сейчас говорили про этот фильм, который движется в одном направлении, в другом направлении. И, наверное, можно сказать, в каком-то смысле шува, она меняет направление смотрения фильма. Поэтому то есть, это связано с каким-то движением, да. Вот шува – можно себе представить, мне сейчас пришло в голову, что оно меняет поступательное движение. То есть до... Это когда шел, да, потом понял, что идешь не туда и повернулся. Ну да, он как бы... Да, вот именно, понимаете, действительно получается такая штука, что когда он шел, 100% на нем. Он просто идет, как мы знаем, да, задачки из точки А в точку Б. Вот он шел из точки А в точку Б и делал всякие среди хороших дел, всякие нехорошие дела. Да, дошел до точки Б, понял, что все, полный конец, все, он делает полную тшуву. И эта тшува, она его возвращает как бы в начальную точку. И тогда, возвращаясь в начальную точку, он другими глазами на все это смотрит. Ну, по-русски просто бьет себя и говорит, какой же идиот я был, ё-моё, ну вот что-то типа этого. Да. Рая Кук, опять же, Рав Кук, Мехадеш, Ше. יחול את המעבר בין שתי נקודות המבט נעוצה במושג התשובה. Вот это, я думаю, мы близко поняли на самом деле. Вот Рав Шерки как бы объясняет нам Рав Кука. Рая Кук, Рав Кук, Мехадеш, он как бы, ну как бы по-новому смотрит, да, делает хидуш, что возможность вот этого маавара, перехода от этих двух... между этих двух точек, да, но вот этих двух подходов, да, неуцабы мусак, она коренится, да, или угвоздена, как хотите сказать, в понятии тшувы. Коль от Адам лошав мехитко.
все то время, пока человек не возвратился от своего греха, унатон булам абхира, он находится в мире выбора, в смысле своего свободного выбора. Айфшруйот аюлафанав. Все возможности, они находятся перед ним. Абхира это шило веунишпатале. Выбор был исключительно его, и он судим за нее, за этот выбор. Ах, но кашер ушав бетшува, но когда он возвращается в тшуве, умисугаль лейтромем, ленекудам абат шель айдя и лорит. Ну, это очень быстро, Божьим листом, что мы говорили. Он, когда он шав бетшува, когда он возвращается в тшуве, умисугаль, он способен лейтромем подняться, да, ленекудат мабат на точку зрения божественного знания. И он смотрит другими глазами. Да? Кейцат, каким образом? Кольот Адам лошав мишето. Все то время, когда человек не вернулся от своего греха, рцуно адайн кашур эль хето. Его желание связано с его грехом. Уино шолель это маце арашаса. Он не отрицает то злое дело, да, которое он сделал. То есть, по-видимому, оправдывает его. Да? Но такие были на сибот, такие были эти, не мог по-другому сделать. Там. Неважно что, но как бы складывает себя 100% ответственно. Не обвиняет себя. Велахену гам не доналав. И поэтому он за это и судится. Аваль берегеш адам шабы чува умитхарет. В тот момент, когда человек возвращается в чуве, умитхарет и раскаивается, у окера торцуно мима асе. Он выкорчевывает свое желание от своего дела, от своих деяний. Укварлоя асе масси. Чего? Мэйн элу. Он, наверное, он больше не будет делать подобных дел. Веаливай бело, а я бали дей масе забихлали. И вообще хорошо бы. Ну и как бы хорошо было бы, если бы он изначально бы вообще их не делал. Кашер митрахешет акира зу, и когда происходит вот это размежевание, выкорчевывание, как бы желание от дел, да, то человек, грубо говоря, ему не хочется, я так думаю, ему не хочется больше делать. Почему человек вообще делает какие-то нехорошие вещи? Но он страстью горит, хочет это делать, не знаю, можно перечислить, да. А в тот момент, когда он делает чего, он разрывает. Ну, грубо говоря, не хочется больше это делать, смотрит другими глазами. Кашер митрахеш так и разу. И когда происходит вот это вот размежевание, выкорчевывание, шире рацион минамасе, желание от деяния, хозера масе льет тахат ахароюто. Тогда это хозера масе льет тахат ахароюто, шире кадуш бару. И тогда это дело, да, или деяние возвращается, я скажу, под сень ответственности Всевышнего. Убыхаху уфех льет тов гамур. И поэтому, я думаю, человек. И поэтому он превращается в 100% хороший. Акадош Бару рацаши маасе зе йофия беулам. Он может сказать, ну или это я от себя добавил. Всевышний хотел, чтобы это деяние появилось в мире, и это деяние является частью общего замысла. И это в точности представляет собой переход на как бы предположение, подход о действительности в соответствии с божественным знанием. Okay. Тут интересный вопрос возникает, да? Да. Все это, вот этот переход от этой тяжести выбора к божественному знанию происходит благодаря тшуве. А тшува, она происходит после греха. Если человек хорошо себя ведет, то он, получается, идет под тяжестью вот этого выбора? Не знаю, это отобьет и скажешь, нет человека, который бы каким-то образом не совершал каких-то
не человек, который делает только 100%. Значит, вообще как бы не нужно было бы Йом-Кипура. Говорили, Йом-Кипур нужен вот только вот для этих чернорабочих. А мы такие классные ребята, нам, для нас Йом-Кипур не нужен. Да, такая идея. Окей. Okay. Есть какие-то еще варианты ответа? Тимофей, Гриша? Гриш. Первое, что приходит на ум, что земля святых не держит. То есть у каждого человека есть какой-то свой грех. У кого-то они глобальные, у кого-то так, по мелочам. Ну да, относительная величина там может быть разная, правильно? Один, не дай бог, зарезал, другой, не дай бог, подумал, что хочется зарезать. Ну да, хвалил там в присутствии недоброжелателей кого-то. Один подумал, как бы не украсть, а другой реально украл. Как разница все-таки есть, да? Раньше здесь читали, да, что только Всевышний абсолютно свободен, да, и часть этой своей свободы он делегирует человеку. И вот человек тут идет там с заповедями, с выборами, с грехами, да, и потом делает шуву, и получается обратно он включается вот в эту знание Всевышнего. Какая-то такая картина выходит. А если Всевышний каждую секунду обновляет создание мира, то какое отношение я имею к себе таким, каким я был секунду назад? Сейчас, Гриш, можешь еще раз повторить стиха? Если Всевышний постоянно возобновляет создание мира, каждую секунду, то получается, что мы сейчас, мы совершенно не те, что мы секунду назад? Ну да, но послушай, я думаю, что то, что делаешь, это слегка такая нечестная игра. Почему? Потому что ты как бы берешь и смешиваешь в одну кучу разные движущие машины. Писатель, понимаешь, я вообще могу сказать, каким образом надо разговаривать с Гришей. У Гриши за ту минуту, пока он молчал, у него произошла замена, не знаю, 5% всех клеток. И кровь его сменилась там на 2%. Так я разговариваю с Гришей с клетками предыдущими и с кровью, либо с этим. То есть, с каким Гришей ты разговариваешь, понимаешь? А если мы неделю не встречались, ну так это Гриша совершенно другой. Я с клетками разговаривал неделю назад. Он за это время съел вообще барана, курицу и все. Это Гриша совершенно другой стал, понимаешь? С этим у него все заменилось, понимаешь? Ну, это как бы... Наверное, для того, чтобы обсуждать, надо все-таки выбрать какую-то плоскость разговора и как бы поставить, закрепить какие-то реперы. Потому что иначе, ну, всегда можно отбить, как ты сказал. Послушай, человек все время меняется. Ну, как кто из них делает шуву, который ел барана или который, у которых клетки заменились, с ними не заменились? Понимаешь, какие клетки делают шуву вообще? Откуда я знаю? Ну, согласен с тобой. Не, ну это все как бы надуманная схема, послушай, я так грубо говорю. Она как бы классная, но мне очень нравится вообще из всего того, что я читал, как бы религиозно. Ну, вот мне Рав Шерхи очень нравится, понимаешь? Но опять же, я все время как бы неким критикастом занимаюсь, потому что для меня самого это не означает, что я говорю, вау, вот я получил ответ. Ну, он как бы красиво объясняет это, понимаешь, красиво, на иврите, не знаю. Но сказать, чтобы это было такое вау, это типа вот картин Магрита со мной остается, понимаешь? Я их увидел там 17 лет, по-видимому. Ну, вот так они остались, но вот Рав Шерхи также остались. Не знаю. Ну вот для меня из всего сегодняшнего урока, пожалуй, самое интересное, это мысль такая, что тшува – это возвращение к чему? Это получается сначала возвращение к моменту греха, вот, а потом обратно возвращение. Да. Интересно. Ну, да. Но это идея божественной бани, я думаю, такая. Потому что иначе, если такой бани не существует, как человек может жить? Если человек реально, он понимает, что он совершает плохие дела. Но в конце концов, наверное, злодей сходит с ума. И тот злодей, который делает, один человек делает злодейство миллионов людей. В конце концов, по идее, он должен сойти с ума. Понимаешь? Потому что отмыться-то невозможно. А вот как бы есть понятие тшувы, когда каждый год человек отмывается. Такая божественная баня. Я просто имел в виду, что обычно-то мы это воспринимаем как? Что вот человек отклонился от пути, а потом вернулся на правильный путь. А тут получается так. Нет. Я где-то в какой-то момент я потерял спички, совершил грех, далеко от этого ушел. Потом я совершаю тшуву, иду к тому месту, где я потерял спички, я их подбираю и потом снова иду. Ну да, потому что, ну вот это вот один из вариантов объяснения вот этого
двух взаимоисключающих подходов к одному вопросу. Угу. По-моему, да. Но опять я говорю, у меня ощущение, может, я не прав, может быть, у вас по-другому, или людей, которые будут слушать эту запись, другое, понимаешь, скажут, на этом вообще ничего не понял. Чем может быть, я согласен с этим. Понимаешь, но у меня такое ощущение, опять, что это как бы красивое представление, это как презентейшн, понимаешь, это не дает ответа, потому что ответа быть не может. Потому что мы все время пытаемся как бы через щеку подсмотреть, как бы, ну, подсмотреть плохо, в щеку как бы, ну, вот попытаться как бы промоделировать, а вот что все-таки Всевышний, как вот он все это делает? И при этом все время говорим, ну, мы же не можем знать, ну, мы же не можем, ну, давайте все-таки подумаем, давайте подумаем. Нет, ну, вот так вот, вот он вроде ложится, понимаешь? Ну, вот схема, которая здесь сделана, ну, она как бы красивая модель, действительно. Тут вот идея тшува, опять же говорю, как чисто лингвистически очень красиво, по-моему, что это тшува, что это как бы отматывание вот этого. И вообще пример с этим вот сэротом, да, Сэрот Натуш называется на иврите фильм, да? На иврите фильм называется Сэрот На вообще-то, да? То есть движущие картинки. Вот это как раз оно и есть. И вот эта шува, которая лашу, в смысле вернуться, шаф обратно. Да? Окей? Ну хорошо, у нас тут есть. Хотите еще вот этот вот абзац прочитаем? Нет? По-моему, ответ на вопрос Гриши по поводу того, что каждый миг все меняется, да? Вот то, что мы читали про желание, да, есть желание и действие, то есть там мое тело меняется, клетки меняются, но пока человек – это его желание, да, пока я хочу того, что я делал раньше, это я, да? Да, там меняются клетки, меняется что-то, да, но у меня есть возможность как раз уже измениться на том уровне, что изменить желание, да, уже не хотеть плохих дел, которые я делал, а хотеть чего-то хорошего. Да. И я с точки зрения генерального прокурора. Да, по-моему, тоже отлично. И я с точки зрения генерального прокурора могу Грише сказать: дорогой Гриша, вне зависимости от того, насколько клеток у тебя сменилось, ответственность на тебе. Все, ты не можешь сказать, ребят, у меня тут все клетки поменялись, поэтому это как бы не я уже, это вот Гриша с другими клетками все сделал, к нему и обращайтесь, понимаешь? А ответственность на тебе. А кто такой Гриша? Ну, вот это все вместе взято. По каким параметрам? Гриша – это желание. Гриша – это желание. Я бы считал желание и ответственность, которые связаны. Я даже больше сказал. Гриша – это ответственность. Гриша – это ответственность. А какие там у него клетки? Ну, это техника, это болванки, это мы не знаем. Пока работает, дай бог, чтобы до 120 работало. А ответственность на человеке. Нет, мне кажется, ответственность как раз человек может взять на себя сознательно, а может сложить ее с себя, сказать, клетки поменялись. Да? А вот желание изменить – это уже сложнее. Это, смотри, в суде это не пройдет. То есть ты не можешь сказать, знаешь, что украл там неделю назад, это не я вообще, это моя рука двигала, а ты знаешь, у меня в руке там все ткани поменялись, потому что я там шашлыки ел целую неделю, не знаю. Еще что, понимаешь, она хроился на тебе. Ну хорошо, может быть, закончим на этом, но мы как-то продвинулись, смотрите. Все, да, окей. Ну да, тема сложная. Тема сложная, но захватывающая. Но захватывающая. По-моему, интересно. Здорово. Да, по-моему, тоже. Ну хорошо, тогда давайте разбежимся с надеждой на то, что это чудовищное время закончится. Столько страданий вообще. Блин, уму непостижимо. Со всех сторон, скажем так. Вот ждем Пурим. Ждем Пурим, все ждут Пурим. Да, ждем Пурим. Но, может быть, надо самим уже этот Пурим делать. Тоф. Окей. Седер Гамур. Тоф. Лен, мы как бы кончаем. Мы рады, что к нам присоединилась. Послушай в записи. Тут были очень интересные рассуждения. Потрясающие просто. Мы тут кайфовали вообще час. Но заканчиваем. Тоф. Все, останавливаю запись. Всем счастливо. Пока действительно уже Пурим на этой неделе. Несмотря на что... Жалко. Послушай запись. Да, послушаю. Запись. Да, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Шавуот. Пурим самех. Пурим самех. Все, перевертыши. Дай Бог, чтобы все перевернулось, сложилось по новой.